Друзья, в продаже появился фургон Renault Master 2013 года выпуска на дизельном двигателе объемом 2,3 литра, 125 лошадиных сил. На механической коробке передач, на заднем приводе автомобиль, оригинальный ПТС, родной пробег. У автомобиля есть электростеклоподъемники, электронная регулировка зеркал. Также есть магнитола JVC, кондиционер, прикуриватель. Автомобиль в хорошем техническом и косметическом состоянии. Повторители на зеркалах. Хорошее состояние, родной пробег, оригинальный ПТС.